Можно танцевать, кстати. Когда вечером осенним за два дня до воскресенья собрались в район Турбас отдыхать в последний раз. Ну как? Собрались. Ждем на площади автобус, все давным-давно готово, но автобус все не едет. Время 8, ветер веет. Ну как? Ништяк. Продрогли. В 9 тачка подъезжает, грузим шмотки, шеф ругает. Что за старая калоша, я работу эту брошу. Ну как? Погнали. Шуби-дуби-вап-ту-бау, 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 шуби-дуби-вап-ту-бау-а. Едем медленно, но верно, вечер начит очень скверно. 10 раз пути ломались, но до места все ж добрались. Ну как? Забрались. Долго свой искали домик, дряхлый, словно старый гномик. В стенах щели, в крыше дырки, на полу лежат бутылки. Ну как? Хоромы. Время, а мы не ели, еле-еле души в теле. Вынимаем из мешков шампура для шашлыков. Ну как? Ништяк. Наелись? Арфы нет, возьмите бубен. По бутылку не забудем. Доставай, Валер, бутылку. Блин, что такое? В сумке дырка. Ну как? Кирнули. Нам осталось лишь на танцы дергаться под иностранцев. Кто как может, кто не может. И мы, как все, трясемся тоже. Ну как? Танцуем! Вапай, вапалабду, вапай, вапалабду, вапай, вапалабду, вапай, вапалабду, вапай. А потом во тьму ночную сторожить очередную. Кто ни в чем нам не откажет, на ночь сказочку расскажет. Ну как? Ништяк. Созрели. Утром мы проснемся рано, все лохматы, как бараны. Эта ночь, как анекдот, кто-то Инну все зовет. Ну как? Проснулись, глазки продрали. Днем решили искупаться и на лодках покататься. Шурик лихо пошутил, чьи-то плавки утопил. Ну как? Ништяк! Поплыли! Шуби-дуби-вап-ту-бау! Губы-зубы, вап-ту-бау, хали-гали, вап-ту-бау, трали-вали, вап-ту-бау, елиш-мелиш, вап-ту-бау. Все же странно здесь бывает, все как люди отдыхают. Только мы не отдыхали, как собаки все устали. И теперь мы всей гурьбой отправляемся домой. Ну как? Погнали! Если не уедем 3 часа, то уедем. Уедем 6 часов, естественно. Пожалуйста. Пожалуйста. Валерий Силин и компания. Город Нефтекамск. Александр Соломат. Мичурин. Уфа. Рустем Файрушин, если кто не знает.